Добрый день, Уральская усадьба представляет произведен монтаж теплицы фермер 3М размером 3 ширина, 4 в длину, из трубы 20x20, покрашена коричневый цвет по каталогу 8017, установлена фрамуга, коньковая часть, также форточка торцевая. В первом торце установлена дверь цельная. Также забиты колышки в каждом углу и укосины. Труба оцинкованная, покрашена пулемётно-порошковой покраской. Также на этом участке 2 года назад ставили теплицу фермер. Также 3x4. Цинк покрашен в белый цвет, 7035 только. 2 года назад. Поликарбонат идеально сохранился. Потом третья теплица 3 года назад. Также фермер. Только 6 метров, 3x6. Поликарбонат также очень хорошо сохранился. Цвет также 735, светло-серый. Такие вот грядки. Отслеживаете, да? Смонтирована теплица арочная 3М шириной 3 метра, длиной 12, из трубы 20x20, оцинкована пулемётно-порошковая покраска 8017 коричневого цвета. По торцам установлены 2 двери цельные, дальняя цельная и передняя цельная дверь. Также установлен набрус клиента 100 на 150. Поставлены укосины. Также стоят 3 фрамуги с автоматами. Одна уже открылась, самая первая. Введен теплиц. Монтаж арочная 3М. Ширина 3 метра, длина 4 метра. Также установлена дверь с форточкой. На форточке установлен автомат. На втором торце также форточка с автоматом. Теплица идет из профильной трубы 20x20. Оцинкована, покрыта полимерно-порошковой покраской 8017, цвет шоколад. Также установлен набрус 100 на 100, обработан антисептиком. Поликарбонат идет 4 мм 0,8 плотности. Такой вот автомат уже раскрылся. Также установлены укосины. Установлены якоря в каждом углу. Вот такая вот теплица.